Друзья, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать ко мне. Меня зовут Елена. И сегодня у меня обзор моих скромных покупок, полезных покупок в магазине Магнит, а также в аптеке. И давайте приступим. Я начну вот с этого альбома, который я наконец-то купила. И для тех, кто, может быть, не знает, я собираю эти карточки. И я почти собрала всю коллекцию. Не хватает всего несколько номеров. Я подпишу их внизу экрана и в описании под видео. И у меня большая просьба, если вдруг у вас тоже есть карточки именно этих номеров, и они у вас повторяются, либо вы их не собираете, но они у вас есть, я бы у вас их... Ну, приобрела, можно так сказать, или обменяла на другие, если вы их собираете. В общем, надеюсь, что не запутанно сказала. Ну, в общем, если будут вопросы по карточкам, вы все пишите в комментариях, и этот вопрос мы обсудим. Вот, и, соответственно, альбом наконец-то я купила, он еще не распакованный, и сегодня уже... Акция не действует, сегодня 13 сентября, вчера было закрытие акции, и я очень расстроилась, потому что я не собрала совсем чуть-чуть, и теперь я даже не знаю, где эти номера искать. Поэтому, если вдруг у вас есть карточки, и вы их не собираете, или собираете, но у вас есть повторные, то пишите в комментариях, давайте как-нибудь поменяемся. Если, наверное, для этого нужно снять мои карточки в отдельном видео. В общем, давайте о миньонах закончим, потому что это для меня больная тема, я готова о них говорить в вечность. И перейдем же к покупкам. Итак, первой покупкой был вот такой продукт Савушкин Свежесть. Беру его не первый раз, могу рекомендовать. По сравнению с Актуаль и Мажитель, дешевле, а по вкусу такой же. И, по-моему, здесь чуть меньше сахара и больше сыворотки. Но это как бы дело вкуса, на любителя мне нравится этот. Хотя Мажитель и Актуаль тоже иногда покупаю, если на них распродажа, какая-то акция. И вот сейчас на Савушкин именно на этот акция. Он стоит 21 рубль. Вот так что бегите, покупайте. Не знаю до какого числа, но пока действует вот такая стоимость. Изначальную стоимость я все подпишу до скидки. Вот, взяла один. Если мама пойдет в магазин, то еще возьмет. Так, второй покупкой был вот такой, вот такие вот тосты. Обычно у нас брусничные, и появились черничные. Взяла на пробу. Цену подпишу, чуть больше 40 рублей. Точно не могу сказать. Вот. И тоже в Магните у нас появились вот такие вот макароны. Цельнозерновые. Я взяла два, вернее, я брала три, но третий почему-то не пробивался на кассе, поэтому пришлось брать два. Пружинки и спагетти. Я брала еще перышки, честно говоря. Изначально я нацеливалась на перышки, но их почему-то не пробили. Вот, и в общем, собственно, все. Вот и все мои покупки скромные в магазине «Магнит». И сейчас покажу, что я купила в аптеке. В аптеке я приобрела по совету моего зубного врача мироместин для полоскания, то есть это для зубов, для пользы, так сказать, зубной. Так, и как, может быть, вы уже наслышаны, я прохожу обследование, и мне назначено лечение. Вот, и, значит, терапевт выписала мне вот такие лекарства, значит. Если кому
интересно, что со мной происходит, пишите в комментариях, может быть, вы не видели мое одно из последних видео. Вот. И на уколы мне надо будет вот с этим ходить. Ой, не люблю я уколы, но здоровье, знаете, нынче вообще дорогое. Цены я все подпишу, такие мои скромные покупки для правильного питания и для здорового тела. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. И увидимся в новых видео. Пока-пока!